Здорово, друзья! Меня зовут Сергей, вы находитесь на канале Невоспитанный! И мы продолжаем бомбить Dark Souls 3. Ну, бомбить это, конечно, сильно сказано. В прошлом видео мы убили владыку Вальнира. Это самое... Собственно, открыли Тлеющее озеро. Весьма... Что такое, Гриш? Что такое? А? У меня тут дружбан будет. Гриша, кто там? Угомонись. Тлеющее озеро, собственно, локация весьма специфичная. В общем, я не знаю вообще, пробегу ли я хотя бы сегодня ключевые локации. Буду пытаться, во всяком случае, дойти хотя бы до первого мини-босса. Вот. Надеюсь, что, возможно, его убьем. Возможно, нет. Ничего обещать не буду. Постараемся. Постараемся. Тут у меня не проверите. У меня тут один товарищ. Сейчас я запущу игру. Вот. У меня тут один товарищ, собственно говоря, просто выдал. Выдал вообще на работе такую информацион. Это просто. Он говорит, да, Dark Souls. Dark Souls. Так, где у меня... Вот, невоспитанный. Dark Souls это вообще диаболик. Я говорю, что за диаболик? Он, ну, типа Диабло. Типа гринд ради гринда. Поржал, да? Я говорю, ну, короче, в общем. Я, конечно, не стал с ним спорить особо. Что-то пытаться доказать ему. Я ему сказал, в общем, короче, когда вот появится у тебя Dark Souls, посмотрим, как тебя боссы будут разрывать пуканы. Вот, ну а мы с вами оказались на локации очень противной. Ой, Тлеющее ущелье, это прям вот не камильфо, я вам так скажу. И тут еще, кстати, может выходить один демон. Поганый. Кстати, вот вы видели прохождение, я тут пытаюсь тоже осваивать, ну, классы новые. Тоже хочу в разных классах пройти Dark Souls 3. Ну, во всяком случае, попробую. Там, конечно, будет видно. Вот. Но у нас тут первый нюанс. Первый нюанс, конечно, вот этих гадин надо заливать. Однозначно заливать. Однозначно. Да что у меня, господи, что у меня опять орёт? Оно орёт прям. Прям вот ты понимаешь, я как всегда звук поставлю на максимальный этот самый. Волюмы сделаю погромче, а мне по батарее потом соседи прилетают. Ну, вот, поэтому чуть подубавлю звук. О, а им хорошо прям, я смотрю, прям комфортно им. О, хочешь это самое... На голову мне прям. Тут в таргет почему-то не берется, не знаю почему. А чё у меня с эстусом так все погано? Так, чё-то я, блядь, подзапутался. Да возьми палочку волшебную, вот так, да. Включи, господи, открой себе Гарри Поттера. Жижи, какие же вы... Вот эти жижи самые мерзкие. Мало того, что они всасываются в тебя, так они еще и огнем пуляют. Так, оттуда надо срочно... Ага, сюда нельзя падать ни при каких... обстоятельствах. Господи, ну жижа, что тебе надо? На. Так, мы там подобрали. Я думаю, что нам нужно все-таки посидеть около костерка, потому что там будут мерзкие демоны. Мерзкие хоббитсы! Поэтому давайте-ка все-таки мир обновим. И подлечимся. Ну, по-другому не вариант. А! О! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
все, до свидания. Спасибо, спасибо за внимание. Было очень приятно познакомиться, но мы пойдем дальше. Вот. Господи, как хорошо, что мы маги. Тлеющее ущелье — это прямо дичь. Это очень неприятная локация, но я вот никак не могу к ней привыкнуть. Там мы были. Значит, смотрите, что у нас тут. А у нас в квартире газ. Вот это надо сразу заливать однозначно. Вот эти вот анальные шарики огненные. А то пукан гореть будет. Вот так, да. И там у нас внизу, друзья мои, ходят супоста... О, еще один шарик, его надо тоже кирдыкнуть. И отсюда мы будем их заливать, потому что вдвоем они просто лютые. Что и поет, понимаешь? Вообще просто. Ну выйдите на свет божий. Выйдите. Не хотят. Что делать-то? А, он еще у нас тут. Надо слить это все в срочном порядке. Так, ну ладно, мы сейчас обойдем тогда. Не то что обойдем, мы сейчас отойдем и вернемся. Я хочу, чтобы они вышли на середину платформы, для того, чтобы я их мог заклинаниями запихтерить. Ну а чё, нам мана, что ли, зря дана? У нас целых 4 флакона есть. Чё нет, когда да? В таких ситуациях надо... О, о, вон они попёрли. Оп, на. На. На, мой золотой. О. Видишь, разошёлся. Мы сейчас отойдём опять. Пусть он выйдет успокоиться на серединку. Зачем нам эти проблемы? Мы же в себе вообще, мы же адекватные люди. Вот тут кто-то может сказать, что это читерное убивание, это не хардкор. Да мне вообще плевать. Хардкор это не хардкор. Ну как бы, я тут не про хардкор. Я тут все-таки про интересную игру. Поэтому, если в игре допустимо фармануть душ, если в игре допустимо убивать с расстояния, значит, это реально. И это не читерство. Понятно. Поэтому все, кто не согласен, это сугубо ваши проблемы. Ну вот. Так вот, о чем я? Тут на самом деле в игре до хрена разных плюх попадается. Тут и щиты будут, и еще заклинание будет, короче, на чудеса. Я думаю, что так и мы потом в дальнейшем спекнемся в чудеса, потому что чудеса очень интересны. Но, пока что мы будем двигаться... В одном направлении. Вот в этом. Так, тут я помню, что тоже будут мерзы всякие. Да, да. Здрасте. А-а-а. О-о-о. Вон они. Есть еще кто? Извините. Что-то приходило. Остался еще кто-нибудь? Поступления какие-то были, но, видимо, никаких поступлений. О, сидит. Ага. Вот это неприятно. Господи, пообсирают. На. Все? Успокоился? Это прекрасно. Блядь. Да дай я тебе бэкстеп, ну а. О! Прогресс! Да, надо на самом деле... Эстус поберечь и использовать его на особо таких сложных противниках, а то я что-то с АХПшки побеспокоился, а вот Эстус надо еще поднаколымить осколков Эстуса, чтобы увеличить баночки. Ну вот 5 Эстусов было бы пока норм. Так, у нас тут... Я думаю, вздремну. Угу.
Вот сказал, надо подэкономить, подэкономил. Вот эти поганые огнем, их лучше не давать им возможность колдануть. Потому что это чревато последствиями. Эл! Так, что у нас тут? Там таракашка поползла куда? О! Хе-хе-хе, иди сюда. Хе-хе-хе. Ну чё ты, а? Будь подобрей. Ну вот, видишь, вот выделывалась, и кончина тебя постигла скороспешная. А было бы посмирнее, и все бы нормально было. О, там что-то не подобрали. Ну, я как всегда, Алёшка. Осколок титанита, да. Надо будет еще и меч прокачать, подувеличить его мощность, потому что чувствую, что уже мечом не дамажу. Да и в силу надо будет души влить. Постараться во всяком случае. Вот тут у нас проходочка. Тут у нас рыцарь. Нам нужно лучше сразу поставить тяжелую стрелу души. Он тут черный причем. И он очень-очень больно бьет. Хе-хе-хе-хе. Прыжок веры хотел сделать. А? Блин, черные рыцари, они прям адски больно бьют меч черного рыцаря. И еще у них, конечно, очень крутой доспех. Доспех шикарен, он красив, он такой весь резной. Ну, конечно, я его вряд ли вывезу на себе таскать со своей физической мощью, поэтому... Не судьба нам с ним походить. Ни хрена, представляете? Все закрыто. Но на самом деле стараться надо проверять все стены. Потому что всегда можно напороться на секретное место. Где может быть заклинание. Где может быть, да что угодно может быть. И то, что нам полезно. Ну вот, и ресурсы. Нам ведь все на самом деле полезно. И все пригодится в обиходе. По-любому. Поэтому так, тут мы были. И локация неприятна еще тем, что она путанная. Она очень похожа где-то друг на друга, комнаты. И вот, короче, ты, блин, прям паришься. Куда пойти, куда податься, кого найти, собственно говоря, и с кем подраться. Вот. Многие знают, наверное, другую интерпретацию, но не суть. Так, я знаю, что тут есть секретная стена. Она точно... Извините... Но это же, вот, это очень несерьезный разговор с твоей стороны. Это очень подло подкрадываться со спины. Вот, фу-фу-фу таким быть, фу-фу-фу. Прям фу-фу-фу. Блин, капец. Он меня сбил с панталыку. Я искал секретную стену, и она где-то здесь должна быть, точно. А, да, я вот сюда бежал. Опять это блевань тут тусит. Эх, надо было колокольчик убрать. Зачем ты это сделал второй раз? Горящий осколок кости увеличивает мощность эстуса. Так, тут у нас ничего нет, до свидания. Я даже с вами связываться не буду, тратить на вас ману. Это просто даже неприлично. Так, сюда нам рано спрыгивать. Рано. Тут, блин, есть проходка 100 пудов. Она вот есть. Это вот к бабке не ходи, знаю, есть. Только где она? Да ладно. Я чё, путаю что-то? Да быть такого не может. Я знаю, она где-то точно есть. Вот, блин, по какой-то стене. Да быть такого не может. Да ну и хрен с вами, ладно. Ладно, нет, не сюда нам. Так, мы вооружаемся магией, потому что сейчас будет очень такая довольно активная битва. Вот, да. Иди, иди сюда. Ну иди сюда, иди, иди. Иди, моя курвочка, иди. Иди к папе, иди. Вот как хорошо. Вот, давай, вот так вот. Давай, давай, малыш. Хе-хе-хе. А я тут ни при чем. А я тут ни при чем. Так, никого тут нет.
Надо очень, очень аккуратно. Потому что никогда не знаешь, откуда прилетит. Это, собственно, Dark Souls. Так, там костерок. Так, пойду-ка я костерок, наверное, открою. Да, чтоб нам, у нас проблем никаких не было потом. Да, у нас тут костерок. Это великолепно. Зажгли. Прекрасно. Прекрасно. Если что, если мы помрем, мы здесь появимся. Это будет просто великолепно. И спокойно можно будет исследовать, собственно, локацию. Где ты? Тушка, где ты? Я знаю, что ты тут была. Так. Блин, вот тут... Ага, вот она. Одна. До свидания. Я, наверное, поставлю на быструю стрелу души. Вон они, видите, тусят. Тусовочники. Ага, давай, 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 выходи. Да выходи, что ты стены долбишь-то. Всего вам хорошего. Счастья, любви, здоровья, успехов во всем, во всех начинаниях. Целую крепко, ваша репка. Так. Вот здесь тоже. Причем тут они такие прыгучие. Прям капец. Поэтому надо очень нам аккуратно все делать. Вот они, видите? Да отстань. Прям, блин, они прям... Они самое удивительное, они такой дамаг наносят. Просто капец. У меня мана вся всрата практически. Но там что-то какая-то вкуснятина, по-моему, лежит. Ну вот, поэтому давайте посмотрим. Еще вниз надо будет спуститься. Блин, как же открывать? Где же там секретная стена? О! И вот как раз-таки вот это этим и чревато. Понимаете, в чем особенность? Ага. Да гляди-то. Но... Мы ударами можем сбивать им каст. Все, отлично, отлично, уголь. Ну, не шибко-то, конечно, и ценное было. Ну, да ладно, чё нет, когда да. Чё нет, когда да. Уголь тоже лишним быть не может. Блин, где-то должна быть секретная стена. Я прям уверен в этом. Так. Здесь, получается, мы были. Да, здесь мы были. Но тут вот прыгать точно нельзя. Тут прыгать... А, может быть, я понял. Скорее всего, вот этих надо. Да, они тут не зря тусят. Ну что ж, придется тратить ману. Не хочу их ковырять. Вот это просто несерьезно. Это вообще несерьезно. Ну как так-то? На, на. Ползи сюда. Давай. Ага, ты гляди. Оп, оп. Все, ты умираешь. И вот здесь... В смысле... Вы что, блядь, отрабатываете?
Должна быть тут секретка. Тут должен быть секретный проход. Где он? Я знаю точно. Я знаю точно невозможное, возможно. Я точно знаю, что кто... Где-то здесь, сука, есть проход. Ну я ж не... Додик. Ну так я чё, серьезно путаю? Иди сюда. Ну ты мой золотой, а, умирай. Так. Да, скорее всего, я просто что-то перепутал. Ну, вот как-то так. Я говорю, очень похоже. Точно? Нет. Так, да, сюда. Там смерть, там все понятно, туда нельзя. Однозначно. Огонь это боль, боль это смерть, а смерть убивает. Короче, вот как-то так, да. Да, 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 вот она локация. Тут сейчас будет атака крыс. Тут еще и жабы будут. Тут все, все поприлично, все по-взрослому. Тут прям все-все-все по-взрослому. Какая же ты тварь, а? Так, здесь мы обошли. Так, тут если мы спустимся... Что у нас тут? Тут у нас большая крыса. Давайте ее сразу... А, вот тут спускаться к жабам. Тут у нас большая крыса. Ее мы тоже... Газанем. Так, вот первая секреточка. Сейчас мы еще назад вернемся. Точно вернемся. Так, вот вторая секреточка. Да, тут нам спрыгивать, там жабы тусят. Мы сейчас сразу небольшое количество и убьем их. Чтоб они не мешали. Зачем нам это нужно? Правильно. Пока мы спускаться тут не будем. Не будем к жабам. Здравствуйте. Как вас много на вечеринке. Ну, крысы, в принципе, не сложные. Просто они могут прям бандой налететь и навалять прям хорошо. Прям насыпать по щам прям только в путь. Ну вот, но... Я знаю, что, по-моему, тут что-то должно быть. Да, да. Вот тут проходочка. Тут у нас что-то лежит. Я в курсе. Книга о пиромантии Квиллы. Это, по-моему, темная пиромантия. Так, здесь мы можем спуститься. Но тут у нас смерть. Да, кстати, ну, мне было интересно, как вообще туда забраться и подобрать. В общем, там в конце лежит заклинание на пироманта. Вот, а в первое, вот самое первое, я не знаю, что лежит. Но смысл в том, что тебе нужно быть пиромантом, вешать на себя кучу там бафов, усилений, прожимать там эстус на восполнение здоровья, и только тогда ты можешь туда пройти. Я туда сунуться не могу, потому что я не обладаю пиромантией. По-моему, у меня даже нужных колец нет, если я не ошибаюсь. Там еще кольца нужно на себя надевать. Ну, короче. В общем, там нужно быть весьма подготовленным товарищем в данном вопросе. Поэтому нам, собственно говоря, туда не надо. Ну, вот. Конечно, хотелось бы отхватить свой, так сказать, кусок пирога, но не судьба, не судьба. А вот. Может быть, потом вернемся, если я спекнусь в пироманта. Что, конечно, вряд ли. Мне пиромантия не очень импонирует. О, лягушки. Вон они. О, первая королева. Так. Что тут у нас еще есть? Кто он? А, это, по-моему, уже дохлая. Тут их, блин, сейчас как грязи будет. Только успеваю. О! Я ж сказал, вон они. А они проклятие вешают, эти твари. Эй, педруга, ты шо? Говна поела. Сейчас, мне кажется, я отъем нормально.
Да не, нормас, прорвемся. Так. Так, ну что, попробуем теперь хотя бы немножечко их попехтерить мечом. В принципе. Дегля рыгнуть хотела. А, мы ж там не забрали, черт, сувенир. Мы там не забрали сувенирчик, потому что я Алёша, я совсем забыл про него. Что-то там лежит, ну, короче, я помню, что не шибко важное, ну, давайте заберем, почему нет. Так, а тут мы, по-моему, сломать не можем, и тут мы тоже ничего не можем, да, и тут все не зашифровано, да, да, все, ладно. Ладно, ладно, иду, все. Надо же исследовать. Ну, а что как-то, вот видите. Вот тут. Оп, видите, что-то тут лежит. Изолитский посох. Посох это хорошая тема. Его поставим. Че никогда, да. Попробуем, буду ли я сильнее дамажить с ним. А вот. Да, 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 я знаю, ты меня не заметила. Извините. Успокойся. Гриш, ты чё? Титанитовая чешуя, ресурс. Гриш. Так. Вот сейчас кто-то получит по соплям. Вот я прям клянусь. Да, да. У меня тут весело. Прохождение Гриша проходит вместе со мной. Да помолчи ты, а, ну ты серьезно. О, хотел сделать красивый видос, а где там? Гриша даст тебе возможность по шапке. Да, Гриш? А, вот еще тут тоже я про эту локацию забыл, там тоже. Да, я и здесь я был забыт. Как-то я не подготовился к вопросу. Да ладно! Это вот, блядь, все ты, Гриша, понимаешь? Это вот все ты, во всем виноват ты. Да. Да. Ну чё, придется бежать, а что делать-то? Вариантов других нет. Потому что нам нужно отключить баба-баалисту. А баалиста это плохо. Вот. Хотя сколько там мы по времени играем уже? Сейчас. Да, ребят, думаю, что я сегодня, собственно, стрим закончу. Хотя нет, давайте все-таки добежим. Ладно, продлим немножко. Че нет, когда да? Только надо все это очень быстро провернуть. Как это пока сделать, я пока не представляю. О, видите? Хозяйка! Пули свистели над головой! А сапоги над головой не свистели? О, 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 вот так вот. Оп. Все, мы... Те, кто надо, уже здесь, как говорится. Шампанского всем, девочке-подростку хочется праздника. Так. Ну, жаб нам убивать придется. Это 100%. Потому что они нам покою не дадут. Если от тех гавриков еще можно было свалить. То здесь без варика. Свалить не получится. Так, проклятие. Проклятие это плохо. Я, наверное, посох сменю. Мне не нравится. Я не убиваю сильным заклинанием с первого раза. Поэтому я надену этот. Хотя, опять-таки, он... Он хуже, по идее. Он у меня посох еретика на +4. Давайте его оставлю.
Мне с ним будет понадежнее, мне кажется, как-то. Ну, комфортней скорее. Конечно! Так, отлично, отлично. Я вот, блин, не помню. Я правильно хоть бегу? Ну, вроде как правильно. Так, жаб... Нет, неправильно. Я бегу неправильно. Жаб надо убивать. Так, там что-то у этого чувака, наверное, очень-очень важное. Но бьет он, сука, больно. Бьет он очень больно. Сказать, что он бьет больно, ничего не сказать. Главное сейчас на проклятие не попасться. Так, и я вообще не помню, где это все. Вот у меня, вот это моя основная проблема, это называется топографический кретинизм. Я не помню, куда идти. Вот я очень плохо ориентируюсь в пространстве. Не знаю, почему с детства так, поэтому... Ну, как есть что. По-моему, сюда. По-моему, сюда. Я нашел тебя по трупам обескровленных крыс. Да, как в этом было. Да нет, не сюда. Как это было в интервью с вампиром. Вот, когда Листат искал Луи. Я нашел тебя по трупам обескровленных крыс. Так и меня можно найти по трупам обескровленных крыс. Слушайте, как же я до него дошел-то? Вот это вот все Гриша меня отвлек. Паразит маленький. Да, Гриш, походи там потявкой. Вот, сдам тебя в приют для собак. Да шучу, я никуда не сдам. Че, я нормальный чувак. Я люблю животных. И Гриша так в особенности. Так, надо сразу подключаться. О, душа. Ну вот ты, блядь, серьезно? Сдохни. Тоже мне. Додельник. А вот там рыцарь. Там еще битва с рыцарем будет. Хотя, конечно, можно было бы его и не убивать. Но там, по-моему... Ну, серьезно? Нихера и лук, и мешок. Ну, я прям разочарован. Вот я пришел, чтобы убить, блядь, какого-то чувака, который хотел сделать мне больно. Фу-фу-фу. Да, туда может пойти только пиромант. Ну, хотя бы души вернули, чё. Ладно. И на том спасибо. И на том спасибо. Так, надо срочно Эстуса бахнуть. Срочно нужно Эстуса бахнуть. Я говорю, вот я как начинаю что-то записывать, сразу всем что-то надо. Все начинают звонить, что-то спрашивать. Вот прям... Прям вот неприятные. Ну, понятно, что тут тоже. Нихера и лука мешок. А, вон там в конце лежит. Какая-то плюшечка. Что там? Душа удрученного рыцаря. Ну, тут тоже ни хрена нет. Вот. Ну, в принципе, по-моему, мы здесь все собрали. Если кто-то знает, что я что-то упустил, напишите обязательно в комментарии. Вот. Потому что, ну, вот я все, что помню, все собрал. Вот. Там как дальше, хрен знает. Ну, тут уже, в принципе, понятно. Сейчас мы отключим баллисту. И я тпшнусь к костру. Мы будем заканчивать, собственно говоря, видео.
Вот, на баллисте. Этого будет вполне достаточно. Вот. А завтра, собственно, точнее, ну, может быть, не завтра, может быть, послезавтра. В следующий раз убьем двух боссов. Мини-босс. Ну, как, я не могу сказать, что это босс. Просто это моб, он просто здоровый. Ну, вот. И, собственно, босса. И пойдем в Иритил. Иритил очень интересная локация. Лук. Ну, с луками я не хожу. Не хожу. Это не про меня. Поэтому, собственно, движемся дальше. А вот. Так, фух. Самое неприятное и сложное пройдено. Баллиста стреляет, помните, да, она прям безбожно стреляет. Нам нужно обойти. И мы сейчас быстренько трусцой сейчас подберем вот это. Так. Главное здесь не сдохнуть. Главное здесь не сдохнуть. Я просто вот я молю прям, чтобы здесь не сдохнуть. Потому что если я здесь сдохну, это будет грустно. Катись, катись, колесико. А! Такие они чудные. О, в текстуры провалился. Как удобно. Я, правда, не знаю, он там выжил, не выжил. Но он в текстурах. Вы в танцах, как говорится. Он в танцах бесконечных. Да, да, понятно. Знаю я вас. Ага, и тебя тоже. Давай, давай, давай. Хе-хе-хе. Стамина закончилась. Такие они чудные. Так. Сейчас тоже два таких жестких чувака. Серп и молот, я их называю. Так. Ага. Мистер Сюрикен. Ну вот как так? И они еще жирные, скотины. Выбил, тварь! Выбил! Большой... О, костяная окова. Большой осколок титани. Мы становимся все круче и круче. И вот вот эта мерзкая штуковина, вот эта вот махина, она стреляет, так сказать, стрелами. Но теперь мы ее выключили. И мы прекрасно, так сказать, себя чувствуем на поверхности. Да, кстати, надо еще будет пойти убить Горация, напарника Анри, вот, для того, чтобы нам сыграть темную свадьбу. На темную концовку все-таки надо завершить игру, вот, поэтому вот так. Ну вот, собственно, и локация и пройдена. Нам тут осталось, по сути, друзья мои, в этой локации. С крабами я биться не буду однозначно. У меня с ними не очень... Хотя, в принципе, можно было бы попробовать. Но давайте попробуем завтра уже. Сейчас я пособираю тут лут, шмот. На Горация завтра сходим, червя убьем. Вот. И уже, собственно говоря, будем убивать и ласта древнего дьявола. Вот он... Пупсик, вон, видите, вынырнул, мой золотой, красивый, конечно. Но его тоже убивать можно читерно, поэтому мы будем убивать его читерно. Если кто-то ждет завтра адского хардкора на этом черве, его не будет. Ну, точнее, завтра, может, послезавтра, может быть, никогда. Да, никогда очень нам подходит. Шучу. Друзья мои. Огромное спасибо за то, что смотрели это видео. Спасибо за то, что смотрели это видео. Поднимайте палец вверх, нажимайте колокольчик, пишите свои комментарии, ставьте лайкосики. Ну, короче, вы сами все знаете. А я с вами прощаюсь, вы были на канале Невоспитанный.
Пока.